Я хочу рассказать буквально пару слов еще про альбом «Каменного сердца кровь». Он задумывался изначально, да, мы решили, хотели так переписать наши самые-самые первые демонстрационные записи, да, чтобы люди, которые вот слушают нас уже начали там вчера-сегодня, да, знали вообще, с чего мы сами начинали. Спасибо. Большое спасибо. Вот. Надо сказать, работа такая у нас довольно упорная была. Вот. Еще хотел сказать просто, что как с момента вообще выпуска этого альбома ни одна песня из этого альбома не звучала вживую. Вот. И сейчас для вас с этого альбома прозвучит песня «Молодость». Кстати, спасибо за эту песню, кстати, группе Ивана Купала, вот, и Евгению Зубрилину. Спасибо тебе большое, а! Thank you.
Большое спасибо. Сейчас будет небольшой перерыв, сейчас будут еще ребята. Не расходимся, сейчас мы будем. Небольшой перерыв.